Мне всегда нравился кикбокс, всегда фанателом, с самого детства всегда смотрел бои вот эти по Евроспорту. По утрам я бегаю, силовые тренировки делаю, вечером спарринги, лапы, мешки, в парах отработки, так каждый день. Цель такая, то, чтобы быть лучшим, побеждать, тренироваться. Ходишь, твоя музыка, настрой, вот этот, трибуны, близкие все рядом поддерживают, заряжают энергию, вот это такая волна идет, чувствуешь себя гладиатором. Выход вот этот, конечно, больше всего нравится. И все, и только гонг, бам, все. Клянки травмировался, к сожалению, и замену нашли Артем. Первым делом, чтобы красивый бой буду показывать, зрелище. Свои финты любимые, которые умею вот постоянно отрабатывать на тренировках. Буду стараться, конечно, нокаутировать, если получится. Буду по полной работать. Я Рустам Гурбанов, жду вас 13 мая в Тондераба Яхале на Number One Fight Show.